идти в наследство. Но она никак не может приехать уже 47 минут. Поэтому ждем. А, то есть продолжаем ждать, не сворачиваем. Продолжаем ждать, уже ждем больше, около часа. Да, они сорвали мероприятие, мы, естественно, не можем в полном объеме его проводить, мы же не можем драться с ними. Но, тем не менее, очень бы хотелось узнать, на основании чего представители администрации края трутся вместе с яблочниками. Ну, странно это все, очень странно. Я прямо говорю, администрация Краснодарского края, ГУВД Краснодарского края, и навальнистов. И не защищают больше государственный строй Российской Федерации. Все.